ЧП произошло и в рамках воздушного пространства на авиарейсе Харьков-Стамбул. Гражданин Украины попытался угнать самолет в Сочи, когда в столице Олимпийских игр уже началась церемония открытия. Мужчина заявил, что на борту Боинга 737 находится взрывное устройство. Попытался зайти в кабину пилотов и потребовал взять курс на Сочи. Экипаж оперативно направил сигнал СОС на землю и совершил аварийную посадку в аэропорту Стамбула. Дебошир был задержан полицией, и спецслужбы тут же приступили к осмотру лайнера. Позже выяснилось, что пассажир был нетрезв, взрывчатки на борту не оказалось, никто из пассажиров не пострадал.